Ой-ой-ой! Вот это вакханалия! На, уничтожу! И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пика, Пингвинус, Возмарт, Куёка, ПС, Дюк, Растишка, Фриз. Пацаны, поздоровайтесь! Дар, плоть! Всем привет! Всем привет! Сегодня, ребята, у нас будет классный ролик. Это погоня на карте Сан-Андреас. Я буду играть за преступника, пацаны должны меня поймать и замочить. А в конце ролика у нас будет просто жесткая бойня. Пацаны будут на военных машинах просто все взрывать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. 3, 2, 1. Погнали, попробуйте меня поймать. Бессовестно, Дима. Отлично, дай отлично, обманул. Так, еще ой, одного обманул. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное и веселое. Так, это что, вы типа меня уже поймали, да? Да, все. Нет, я еще двигаюсь. Есть, я вырываюсь, я вырвался. Ну блин, ну все. Все, можете меня мочить, я проиграл. Ну нет, нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я живу, а что они умерли? А, ну все, я умер. Ха-ха, гранатомета взорвали. Давайте теперь я угнал спортивный мотоцикл немножко быстрее. А потом уже будет все-таки сложная такая тяжелая машина. О, вот этот прям поярче едет. 3, 2, 1. Попробуйте меня поймать. Ай-яй. Блин, а что, врезался, идиот! Это веселье, веселье. Ребята, надеюсь, вам нравятся мои ролики, и вы сразу сейчас влепите лайк моментально. Так, я вырвался, прям хорошо, прекрасно, едем. Я слышу, как вы там врезаетесь. О, тут еще есть побережье, надо будет туда как-то заехать. Там будет вообще жестко. Отлично. Все-таки на мотоцикле, ребят, там, блин, деревья в среди поля, в дерево врезался. На мотоцикле очень круто ехать. У них инерция, а у мотоцикла нет ее. Смотрите. Давно мы не играли на этой карте, она очень классная, очень. Говно, говно, я застрял в текстурах! Все, ты, блин. Нет, я вырвался, есть! Газуй. Блин, классно, от колеса шпыляка идет. Офигенная карта. Так, валим. Следующая погоня, ребята, вы должны будете не просто меня поймать, а можете сразу меня и мочить. Я потерял. Ты дурак, что ли? По текстурам убежал. А, что я сделал? Что я сделал? Я вырвался, есть. Ого, что за тени влетают? Блин, классно, мне нравится погоня. Ребята, если вам нравится ролик погони, ставьте плюсик. Мы запишем более что-нибудь масштабное и на большей карте. Блин, опять в дерево врезал. Что я за профессионал? Офигеть! Четко, ребята, ну что, мне нравится. Валим, потихоньку. Ты дурак, что ты делаешь? Ай, блин, ты что, мочиной машина? Вот это красиво. Мотоцикл заглох. Ой-ой-ой! Не убил! Я валю, я убегаю! Я еще должен убежать, дайте как в настоящем Сан-Андреас! А, да. Беги! Да, я к тебе сажусь! Ай! Я еще убил кого-то! Пингвины свой успел убить! Так, ну что, пацаны, теперь я буду ехать на машине. Давайте возьму машину, чтобы было интереснее. Симфис Сан-Андреас, именно оригинальная, где пробиваются колеса. Теперь вы должны меня именно замочить. Не обязательно ловить. Главное, чтобы я умер. Так, давайте я уеду, я угнал машину такси, я скажу, когда можно будет. Бессовестно. 3, 2, 1, погнали. Погнали. Возьми своего же блеска. А, я понял, куда он поедет. Привет, Дим. Я валю. Слушай, Дим, ну, может, по чайочку там? Да какие чайки, надо валить, вы меня хотите убить. Ну, я же угонщик. Что? Давайте так, у меня 6 звездочек. Видо, подожди, я не буду сдерживаться. Ух, а
Вот это вы там взрываетесь, нормально, друг друга сбиваете. Куёк умер. Так, отлично, алло, я немножечко уехал. Прием, Куёка, где он? Этот ролик называется у нас РП, Vice City. РП, Vice City. Дим, ну если у тебя 6 звёзд, я сейчас танк возьму. Ну давай, давай. Давай? Конечно, а чё бы и нет. А можно я тоже возьму? Это будет жестко. Я уверен. Конечно. Куёка, давай я возьму, я лучше сразу. Вали, 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 Димка, вали. На такси, Дим. Да, я на такси. Я его нашел. Ха-ха, он меня увидел. А ты думал, что это обычная машина стоит, да, на карте? Чёрный. Где он? Он на пляже вроде поехал. Ой, вертолёт. Ой-ой-ой, что за взрывы? Вертолёт кто опасный? Да можете и на вертолетах. Он на пляже. Я за ним. Ай, кто-то стреляет по мне. Это я. Откуда ты стреляешь? С винтовки откуда? Да какая винтовка? 6 звёзд? Да отвали! Отвали, пожалуйста! Ай, расстреливают! Стрелять! Эй, блин! Убили! Ладно, ладно, ладно! Возьми, ребята, спортивную машину, чтобы было еще жестче пацана меня поймать. Так, сейчас я уеду, потому что они сразу меня замочат. Так, подожди, мужик, стой! Да я уеду! Да я из полиции. 3, 2, 1, погнали. Что? Валим, валим, валим. Вот это скорость у машины. Вот это мощь. Что он сейчас снес? Давайте так, если вы меня 5 минут или 3 минуты не можете убить, да, и я потерялся из виду, значит я выиграю вас, согласны? Да. А, я в воду упал! Да, все. Такой, все, я еще жив. А, ну все, не живой. Ага. Жестко, жестко. Откуда вы стреляли? А вот Дима, вы. Я за тобой бегаю. Вы читеры, вы сверху, наверное, стояли и сверху меня мочили. Да. Так, я угнал мощный бронированный полицейский фургон. А колеса ломать можно? Конечно, я беру специально именно тот пак, где колеса можно ломать. Подождите, еще не убивайте. Не убивайте, не убивайте. Ой. Да говорю, подождите, куёк! Ты дурак, что ли? Да подожди, ну не убивай, да я уеду. Давай, все, хорошо, хорошо, давай. А, ты на этом танке вонючим? Да. Вонючим. Я скажу, когда можно. Все, хорошо, хорошо. Вы что, мочите? Я тоже так люблю делать. Нарушать правила. Да не бейте. Давайте, мы даем тебе 10 секунд. Давай. 3, 2, 1, можете начинать. Хорошо. Направо поехал сразу. Дим, видишь, какой снайпер? Да нафиг тебе таких снайперов надо? Отлично, ребята. Сваливаем. Ну, меня тянет на пляж, да. Я не на пляжу, он обманул. На пляжу. Ай! Кто-то стреляет! Конечно, Дим, ну кто это может быть? А? Кто это? Не знаю. Ты, наверное? А я знаю, Дим. Кто? О! Я в точку попал. Не, у меня жизнь есть полная. Попадание. Броня не про. У меня мощная машина, кстати, это бронированная все-таки. А-а-а, мощная? Опа, стоять! Красиво отрезался! Нет, ты догонишь это тебе. А, кто-то стрелял по мне базукой! Это была не базука, Дима, а танковый снаряд. Танковый снаряд? Да. Он заехал под мост, заехал. Я под мостом. Ты застрелил. Спасибо. А под каким? Реально под каким? Поехали. Дим под мостом. На тебе. А, базуку взял. Надо сваливать. Быстрей, 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 быстрей. А, есть, не попал, не попал, не попал. Отлично, отлично, ребята. Я держусь. Да, надо по колесам гасить, он правильно сейчас сказал. Да, вот это ты делал. Подожди, вы можете гнать его на меня. А ты где, мы не знаем. А вот тихо. Все, я зашкерился. Я должен 3 минуты продержаться, тогда я, ребята, выиграю. Дима, какой ты зашкерился? Ты по второму мосту проехал. Я его нашел. Нет? Он упал в воду. Я живой. Я живой, я живой. Я теперь без машины скрываюсь. У нас же GTA. Так, есть. Да вы задрали! Пес Дюк, ты что делаешь?
Красиво, красиво. Так, ну что, давайте теперь я угоню бронированную машинку небольшую. Так. Давай сразу мощную, прям хорошую. Ну давай, я вот такую полубронированную. Она реально мощная. Вот такую можно. Все, вы видели, какую машину я угнал? Видите? А, я понял. Вот я стрельнул с РПГ. Видите? Можно уже? Подожди, да я уеду, да я уеду. Вы же задрали, сразу убивать меня хотите. Ну а что ты хотел делать? Лида, все чешется, так хочу выиграть. Блин, ну классно поиграть в Гаррис Моде в GTA. Именно, да, режим GTA четко зашел. Я готов. Я тоже готов. Давай, давай, стреляй, стреляй. Есть, промахнулся. Он хлеб украл, Вал. А я... Это был пиздец. А, он на пляжу. Я на пляжу, как всегда. Ну, эта машина, ребята, уже повыдерживает, знаете, побольше попаданий прямых. Даже от РПГ я выживу. О, от РПГ, Дима, танковый снаряд. Он может спокойно пробить. Это правда, хорошо. Есть, уничтожил. С РПГ. Красиво, ребята, красиво. Попадания есть, какие-то попадания чувствую. Да, один. Не, мне бы взять патрон. Может, я тоже танк возьму? Да берите любые, да, любую технику можно брать. 6 звездочек, вертолеты можете, что угодно. Но вертолет вас не спасет, а вот, допустим... Давай, Дима. Танк пойдет. Дима, ты где? Я зашкерился, он хочу ушел. Выжить. Хочу выжить. Опять зашкерился? Да, я должен выжить. Здорово, Коя. Здорово. Попали, попали! А, еще попадание, машина пердит! Он недалеко от моста. Красиво! Ой, машина пердит, пердит! Почти убил его, он сейчас возле пляжа будет. Возле пляж? Даже это не он? Нет, это... Ай! Перепутал. Есть! Ай, снаряд танковый убил меня сразу! А кто меня убил? Куёко? Ну, я по тебе стрельну. Так, давайте я теперь возьму еще похожую на эту машинку, только она будет быстрее. Стой, Дим, погоди. А какой погоди? Да я уеду. Кстати, карта такая в меру большая и не маленькая. Я скажу, когда можно. Дайте, я уеду. 50-50. Так, сейчас, валим, а валим, валим. Можно стрелять? 3, 2, 1, можете. Так, как бы мне теперь как-то спетлять от них? Дим, по мосту ты не проедешь. А чё? Проедет. Не, почему проедет? Я на мосту стою. Ёк. Я контролирую. Ну, второй мост он не проедет. А на какой он? Там меня нет. Машине. Центр карты я, где-то так. Где-то так. Катя, машина. Я знаю, как пошла. Я не стреляю. Не могу попасть. Отлично, отлично, у меня получается. Пока весь я тащу. Если я еще продержусь 2 минуты, то я выиграю. Вот, знаете, хоть один раунд хочу затащить. Не всегда ж мне проигрывать. Но место отличное нашел. Это, ребята, не NPC, которые знают, где вы находитесь. Это настоящие люди. Стоп, это... Где-то она сидит? Не карта. Отлично, просто великолепно. Стоп, так, Дима, ну что, вертик вам не дает инфу? Стоп, Дима, может быть, взял полицейскую машину он и типа... Он может быть, среди своих. Превращает, да, превращает. Да, привитает. Нет, я именно в той технике. Я не обману, все по-честному, видите ролик. Вы же знаете, что я люблю по-честному играть? Угу. Да. Ой, врезался чувак в стенку. Красиво. Спалился, да. Не запомнил. А может... Стоп, он в воде находится? Нет, я не в воде, сразу говорю. Я в машине, машина заведенная. Так, еще минута, ребята, я затащил. Минутка. Нашел! Где он? Ты тварь! Он возле моста. Есть! Ты что, живой, что ли? Я с иллюминатором. А вы что, жизнь ему бесконечная? Это ж не честно. У меня 100 хп было, сейчас 30. А, я убился. Попал, да, по тебе трешки? Да. Машина подпердывает. Попал.
Так, валим, валим, валим. Он за каким-то... я сейчас упаду в воду. Я сейчас упаду в воду. За какой я фигней? За такой вот белый. Давай, давай, давай. Ты его выманивай. Кто? Где он? Под машину или на машину? Ай! На машину. Это машинки? А нет, это мне. Есть, есть! Отлично! На мосте или под мостом? Машина горит моя. Машина загорелась, я не могу двигаться. Все. Я вижу огонь. Надо валить, надо валить. Танк кто-то. А, я увидел Диму. Ай-яй-яй, блин! Вертик сбил, смотрите, вертик падает. Все-таки я попал по нему. Давайте посмотрим, как он разобьется. Ай, слышь, все, разбился. Четко, четко. Так, ну что, давайте теперь я угнал танк. Чтобы вы легко могли меня найти, я буду на красном танке. Не мешай мне на проходе ехать. Ну что, 3, 2, 1, можете начинать. Он поехал где на посту. А что ты хотел? Да это же не один. Ну ничего страшного. Твои дела. Все хорошо у меня. А! Ранил. Ну, хорошо, точно хорошо. Вот за этим зданием, мужик, назад, назад, блин. Ждем. Это летчик разбился. Ах! Есть! Ах! Вот эта битва у нас жесткая! Отвали ты! Слышишь ты? Ты на кого буксуешь? А, я в воду упал! Блин! Я живой, я живой, я живой, я живой. Отлично. Ай, блин, взорвали! Я готов. Сейчас, подождите, только я уеду, вы меня сразу убиваете быстро очень. Так, стой, я вижу вас уже, я вижу, вы меня сейчас убьете. А кто там? Да ты задрал, да я проеду. Мы еще не начинали, стой! Дайте я уеду немножко, вы сильно меня гасите. Ну что, 3, 2, 1, можем начинать. Ты что делаешь? А танк не взорвался. Ага, понял, отлично. А как так-то танк не взорвался, ты умер? Это был, короче, осколочно-фугасный. Вадим, привет. Привет, привет. Я тебе буду ответочку тоже кидать. Как ответочка? Отлично, ребят, надо быть сюда в... Ох ты шо, прям надо мной пролетело. Надо быть сюда в движении. Отлично, отлично, валим. Ну пойдет. Ай, рикошет. Ого, танком наехало. Надо валить, надо валить! Ай, столбы не сбил! Что творится? Ой-ой-ой! Вот это вакханалия! На, уничтожил! Горит! А блин, эти столбы задрали! Да что ж я в них врезаюсь? У меня гусеница заела. Опа! А, валим, 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 валим. Отлично. Вот это вакханалию мы здесь жестко устроили. Главное, смотрите, сколько было танков, и я выжил. А какой у него танк? У него танк самый последний. Пошел отсюда, щенок. На, под танк прям попал. Надо с линии огня уезжать. Нет. Линия огня. Эти столбы задрали в этой игре. Нет. Столбы. Это просто что-то нереально. Тупое, они сбиваются столбы. Ай!
О, вижу. Это жестко, это просто жестко. Хорошо, что уехал. Все-таки по прямой нельзя от них сваливать. Ого, там пролетают снаряды. А куда он поехал? Ой-ой-ой. На, вот это подача. Я сваливаю. Ай, все. Все, выиграли, ну четко. Короче, не смог ни одного раунда выиграть. Пацаны очень жесткие. Наверное, чтобы было, знаете, еще интереснее, давайте вы наберете 3000 лайков, и мы возьмем еще более глобальную и масштабную карту. И накачаем еще больше техники. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения, и всем пока. Ой, полетело. Это было мощно.